почему у нас такая политика? А почему выбираются люди, которые поддерживают такую политику? Так это же потому, не потому, что плохая власть, власть зеркало народа, а потому что у людей нет понимания приоритетов, которые, исходя из которых, необходимо выбирать политика, выбирать политические силы, которые позволяют следовать этим приоритетам. Каша в голове по поводу мовы, по поводу там какой-то мелочной вот этой всей повестки, которая постоянно историческая там и прочее, которая постоянно навязывалась в голову людей, не позволяет сосредоточиться на канализации, на развитии экономики, не позволяла сосредоточиться на создании своего ВПК, развитии своего ВПК и создании сильной армии. И более того, даже в условиях самой кровопролитной, самой жестокой войны, которая идет, ну, наверное, со времен Корейской войны и Вьетнама сейчас, значит, в Украине, даже сейчас это не позволяет сосредоточиться на решении этих задач.